Чем начинается ремонт на космодроме? Ни графиком и ни картинкой чертежей. Он начинается со схватки за объемы. И кто хитрей, тому кусок жирней. Кто попроворней, тот и загребает. Кто понаглей, тому и Бог дает. Ведь генподрядчик, тертый мальчик, он-то знает. Сосок один, и нам не нужен лишний рот. А вот когда уже закончились разделы, то смысла нет особого спешить. Тут тактика другая, можно смело повыкаблучиваться, носом поводить. Мол, то не так, и это вот не эдак. Завод сорвал, поставки в пух и прах. В сооружениях и ни тепла, ни света. И разворованы системы на складах. Народ работает ни шатка и ни валка. Все больше по вагончикам сидят. А сварщики урыли на рыбалку. И месяц уж не возвращаются назад. А вакуумщика за дебош и драку лишили премии, так он аж озверел. «Сосите сами!» — он орал, свой ссаный вакуум. Послал прораба и на отдых улетел. Напряжен лишь военпред, качества в работах нет, и уже по всем статьям сроки сорваны к чертям. И вот летит на старт и брызжет пеной какой-то в лампасах столичный босс. И у него один вопрос: какого хрена? Вы ж подставляете весь доблестный ГУКОС. Мы там потеем, планы составляем, а вы клопа тут вздумали давить. Ну-ка по очереди, что кому мешает и сколько время нужно, чтобы за ночь устранить. И понеслась по кочкам, закипела. Оперативка превратилась в бой быков. До пролетарской солидарности нет дела. Вали на ближнего, закону на стаков. СТ на генподрядчика все валит. Мол, не достроили, так как же тут успеть? У СПМа снова кабели украли и сразу переплавили на медь. А бородач от СМА под ангелочка косит. Виновен каждый первый, но не он. Он бы давно свои решил вопросы, если б не происки израильтян в ООН. Лишь СКМ в сторонке гордо сидя сурово ощетинился штыком. Пока положенного спирта не увидим, 10 СССР, работы не начнем. И потекла силой на старт река Шила. И психует военпред, третий день рабочих нет. Все они, конечно, здесь, но с бадуна не встать, не сесть. Зато через недельку как впахали, как навалились, военпредом не поспеть. Ведь стимул рядом, 5 цистерн еще не открывали. А вот за них и стоит попотеть. Вот раньше догадались бы, ведь в общем у нас простой, непривередливый народ. Вернулся вакуумщик, нашел насос на ощупь и снова добросовестно сосет. И кучей сварщики с рыбалки прибежали. На всех и аппаратов не найти. И говорят еще, что с рыбсовхоза обещали ребята к нам на помощь подойти. И вскоре старт готов, принять осталось. Проблемы решены без драки с СЭМ. Народ нас вырусит, вот лишь бы не кончалось. Живительная струйка из цистерн и счастливый военпред. Мирно спит, вопросов нет. Актик подписали, старт в работу сдали.